Привет, друзья! Это видеоканал «Русская Америка». Меня зовут Юрий Моша. Сейчас открыт сайт телеканала «Дождь», и вы видите статью, что на курского депутата завели два уголовных дела об экстремизме за критику господина Путина. Сейчас повсеместно вот это происходит в России, когда люди публикуют информацию какую-то критическую в интернете, у себя в социальных сетях, в Ютубе, и после этого получают уголовные дела и реальные сроки. Если в 2015 году это было как-то разово в каких-то там областях, то сейчас однозначно, если вы опубликуете что-то, и вы как-то будете публичны, то есть будут понятны ваши данные, там не под какими-то там псевдостраницами, а будут реальные ваши данные, вы не будете скрываться, то вы получите уголовное дело, а возможно реальный срок, тюремное заключение, а также личное преследование со стороны мафии, которая захватила сейчас власть в России, путинской мафии, которая набивает себе карманы, обогащает своих деток, обогащает своих жен, любовниц, покупает им квартиры, швейцарские счета, дорогие часы, яхты и так далее. То есть Ольга заявила публично ВКонтакте и в Ютубе правду о мафии, о коррупции, о беспределе в Курской области. За это получила два уголовных дела. Первое по клевете, второе по экстремизму. И сейчас я зачитаю, как оно там звучит, это уголовное дело. Тут очень возбуждение ненависти, либо вражды, унижение человеческого достоинства. И лишение свободы до 4 лет ей грозит. То есть вот эта система сейчас, которая настроена Путиным для того, чтобы гасить любую информацию, он пока не может запретить интернет, потому что это уж совсем будет. Хотя, наверное, это его главная сейчас мечта, да, ну, пока не позволяет ему эту мечту осуществить, полностью запретить интернет, но он пытается вот такими уголовными делами затыкать рот людям, которые недовольны. Конечно, Ольга смелый человек, такой же смелый, как Алексей Навальный, который готов был сесть в тюрьму ради того, чтобы говорить правду и сообщать информацию разумным россиянам. Они есть, их очень мало, там порядка там, 15% всего разумных россиян. Но он готов был идти на вот такие вещи, как даже сесть в тюрьму. Я, например, не смог себя перебороть и остаться в России. То есть я пострадал тоже у меня за то, что мы собирали гражданское собрание, то, что я когда-то учреждал до сих пор работающий комитет по правам человека в Краснодарском крае. Я тоже сильно пострадал, и причем у меня было не только уголовные дела, но еще и личное преследование. Сожгли два автомобиля, хотели взорвать дом. Есть фотографии, видео, ну, все это, наверное, зритель Русской Америки знает. И, конечно, Ольге сейчас хочется... Я уехал, и я не стал... Ну, я не смог бы выдержать тюрьму однозначно, я не смог жить в тюрьме, то есть это потерять там 4 года или там 10 лет, я не готов, потому что я все-таки принял решение уехать, и я продолжаю постоянно публиковать информацию о мафии путинской, о Кадырове, о Ткачеве, о мэрах Краснодарского края, мэре Новороссийска, мэре Сочи и так далее. То есть, конечно, я эту информацию публикую, но я здесь в безопасности нахожусь в Америке. У меня здесь свободная страна и нету никаких преследований, потому что никакая путинская мафиозная прокурорская власть не может меня здесь достать. Да? Но вот Ольга, она, конечно, смелый человек, потому что сейчас на нее обрушились и тролли, которые будут ее обвинять, что она пятая колонна, что она провокатор, посланник Обамы, сотрудница фонда Навального и так далее. Что только не будут делать. Я восторгаюсь, конечно, такими людьми. Она женщина, имеет двоих детей и пошла на вот такой шаг публикации информации, правдивой, настоящей, честной информации. Ну, она пострадала. Сейчас, конечно, ей надо быть очень осторожной, потому что могут быть еще и такие вещи, которые касаются каких-то криминальных вопросов, да, то есть они могут
и сколотить в подъезде, и машину сжечь, и детей захватить, все что угодно. Все что угодно, они ни перед чем не остановятся ради жажды наживы, ради сохранения своей власти, они могут пойти на все. Ну, каждый выбирает свой путь, Ольга выбрала именно этот путь. Я струсил, я уехал. Ну, не знаю, кто как это воспримет, трусость это или не трусость. Многие, кстати, люди, вот наши даже клиенты, которые попросили политическое убежище, тоже за эти же самые как бы вещи. То есть они вели блог, они публиковали информацию в своих статьях, в своих социальных сетях, на Ютубе. И после этого получили здесь политическое убежище, получили вид на жительство, грин-карту, живут в Америке. То есть я не один такой, что я взял и уехал, там один такой и трусливый. Да? Многие так сделали. Не все хотят в тюрьму, в тюрьме очень тяжело. И там нет интернета, там нет нормальной еды, там нет общения, там над вами будут издеваться, вас будут бить, вас будут... Ну, вспомним Магнитского, да, что с ним произошло. Его просто убили в тюрьме. Поэтому надо быть сейчас... Конечно, Ольге призывать как можно больше общественное во мнение. Оно, конечно, мало что решает общественное мнение в России. Да, примеров таких полно. И по тому же брату Навального, его все-таки посадили по Ходорковскому. Но по-другому никак. Если она уже приняла, решила оставаться в России, то сейчас только с помощью общественного мнения как-то можно что-то изменить. Я лично от себя помогу ей финансово. Она выставила на сайте у себя... контакты, банковские контакты, куда можно оплатить деньги. Тоже всех призываю помочь финансово. Ольге я сейчас отдельное видео покажу, сниму, куда оплачивать. Может быть, кто-то не найдет.